Всем привет! Вы на канале Аль Пачино. Сегодня я вам покажу 10 полезных электротоваров с сайта AliExpress. Ссылки, как всегда, внизу в описании. Те, кто досмотрит видео до конца, смогут принять участие в конкурсе. Если вам понравится видео, то поддержите меня и поставьте, пожалуйста, лайк. Мне будет приятно. Приятного просмотра! Мини-USB паяльник специально предназначен для использования при пайке мелких деталей, микросхем и других подобных устройств электроники, электротехники и других подобных направлениях. Данный паяльник очень компактный и занимает мало места, что делает его незаменимым при использовании вне дома и мастерской. В качестве материала изготовления жала паяльника используется керамика, а рукоятка с термостойкого пластика. Мощность данного устройства составляет 8 Вт, а учитывая наличие выхода USB у данного устройства, его достаточно подключить к любому имеющемуся USB входу, например, в ноутбук, ПК компьютер или в любую другую зарядку с USB. Обращает на себя внимание то, что мини-паяльник нагревается всего за 15 секунд, а остывает за 30. Наличие защитного покрытия на наконечнике паяльника обеспечивает ему достаточно длительный срок эксплуатации. Цена около 300 рублей. Модуль питания. Универсальный малогабаритный сетевой источник питания предназначен для питания устройств от осветительной электросети. Малые размеры и вес позволяют создавать портативные устройства с питанием от сети 220 вольт. Имеет гальваническую развязку цепи. Оптимальный вариант для питания маломощных устройств. Идеально подойдет для ваших проектов с малой электрикой. Номинальное входное напряжение 100-240 вольт. Мощность 3 ватта. Максимальный кратковременный выходной ток 1000 мА. Есть защита от короткого замыкания на выходе, после устранения которой преобразователь автоматически возобновит нормальную работу. Цена всего 110 рублей. Беспроводной выключатель. Идеально подходит для дистанционного управления кристаллическими светильниками, лампами низкого давления, люминесцентными, энергосберегающими лампами, вытяжками, вентиляторами и так далее. Быстро и легко устанавливается, с возможностью подключения любых нагрузок. Есть пульт дистанционного управления и переключатель. Их можно использовать одновременно для простоты и гибкости. Пульт работает в пределах 30 метров. Входное напряжение 180-240 Вт. Рабочая температура от минус 20 до плюс 60 градусов. Цена до 200 рублей. Светильник с датчиком движения. Полностью автономный светодиодный светильник на батарейках. Можно использовать в шкафу, в кухне, в прихожей, в коридоре, гараже, да и везде, где недостаточно освещения. Лампа состоит из 10 светодиодов, в отличие от мелких аналогов. Светит действительно ярко. Датчик движения реагирует на расстоянии 3-4 метра и светит автоматически включает. А когда вы уходите, то он сам выключается примерно через 20 секунд, тем самым экономя энергию. Чтобы прикрепить светильник, не нужно сверлить дыры и портить стены. Клеится он на двухсторонний скотч, что очень удобно. Работает от 4 батареек типа 3А. Корпус выполнен из качественного пластика, который защищен от попадания пыли и брызг воды. Цена полезного светильника 300 рублей. Виброколонка с Bluetooth. Продвинутая версия обычной виброколонки. У нее есть Bluetooth, и ей можно удивить любимых соседей музыкой через стены. Работает по резонансному принципу, то есть вступает в резонанс с любой поверхностью, и чем она больше и объемнее, тем лучше получается акустика. А еще есть функция громкой связи для сопряжения с телефоном для разговора. Работает от встроенного аккумулятора. Цена крутой Bluetooth колонки 3700 рублей. Сенсорный выключатель освещения. Предназначен для управления нагрузкой в режиме включить-выключить. Управление осуществляется сенсорной панели, поддерживаемые типы ламп, лампы накаливания, энергосберегающие, галогенные лампы 220, люминесцентные лампы и светодиодные. Панель выполнена из оптического стекла OptiWide, устойчива к износу и удобна в уходе. Подключение к электросети происходит по стандартной схеме, нет необходимости изменять схему электропроводки. Установка выключателя осуществляется в крупную монтажную коробку для скрытого монтажа диаметром 68-70 мм и глубиной 50 мм с межцентровым расстоянием для крепежных винтов 60 мм. Очень стильный и удобный девайс. Ваши гости точно оценят. Цена 600 рублей. Программируемый контроллер-таймер для любых электроцепей. Может автоматически включать и выключать различные виды электрического оборудования в заданное время. Имеет широкое применение. Может контролировать уличный свет, любого вида лампы, водонагреватели, кондиционеры, рекламные щиты, электрические плиты, бустеры, опрыскиватели и электронику.
Также возможно применение в составе систем автоматического полива. Например, запитывание электромагнитного клапана водопровода в удобное для полива время, вечером или ночью. Либо непосредственно включение насоса. Таймер 24-часовой недельный. Напряжение 220-240 вольт. Ток нагрузки до 16 ампер. Мощность нагрузки до 3520 ватт. Заявленная работа от встроенного аккумулятора в резервном режиме до 3 лет. Температура эксплуатации минус 10 плюс 40 градусов. Цена контроллера 700 рублей. Инфракрасный термометр. Очень полезная вещь для любой деятельности или просто в доме. Предназначен для безопасного бесконтактного измерения температуры поверхности в диапазоне от минус 50 до плюс 360 градусов. Абсолютно безвреден. Пригодится в бытовом использовании и не только. Также можно замерить температуру жидкостей, таких как молоко или детское питание, или вода в ванночке для купания. Время замера всего 1 секунда, запоминает результаты 32 последних измерений, так что сможете сравнить температуру чего только захотите. Соответствует европейским стандартам, есть ЖК-дисплей с подсветкой. Цена всего 300 рублей. Многофункциональный электрический тестер напряжения сети. Это универсальный индикатор, который позволяет измерить сопротивление, напряжение и силу постоянного или переменного тока в сети, в том числе и бесконтактным способом, а также определить наличие тока в проводах без вмешательства в цепь, что позволяет, например, определить место, где проходит проводка, или находится ли под напряжением конкретный провод. Без такого ручного инструмента не обойтись ни при мелком бытовом ремонте, ни при масштабном строительстве. Тестер удобен и эффективен в использовании, что позволяет ускорить работу и добиться идеального результата. Цена всего 150 рублей. Светильник для полок. Цена этого светильника всего 60 рублей. Он монтируется на дверной шарнир и включается от срабатывания концевика. Таким образом, при закрытой двери он не работает, а при открытой включается. А три светодиода подсветят вам содержимое шкафа. Работает от батарейки 23А на 12 вольт, которая в комплекте не идет, поэтому нужно ее будет докупить. Монтируется очень легко под один винт шарнира. С этим светильником будет удобно ночью или там, где темно, копаться в шкафах, не включая свет и никого не будить. Цена 60 рублей. А вот и ваш любимый конкурс. Приз конкурса получат те, кто подписан на канал, поставил лайк этому видео и написал в комментариях свой любимый фильм. Призом у нас сегодня будет тестер напряжения сети. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Всем пока!